Йоу! Всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккейдо, и добро пожаловать в Tavern United Mini Golf. Да, мы играем в гольф, и сегодня мы с Пластиком. Пластик, скажи привет. Всем привет. Это был музыка. Интересный, это был интересный привет. Не знаю, музыку я сделал потише. Фак. О, найс, братан. Мне... хорошо стреляешь. Мне за один удар это засчитало. Так, ладно, окей. Блин, я не хотел сюда вообще. Что происходит? А, тут как-то, походу, вот так надо. Блин, надо было вот в боковую вот это аккуратненько штычечку заехать и. Как тебе моя полицейская шляпа? Я все продумал так. Так, стоп. Короче, у нас соревнования, будем по счету мериться. Че такая лунка большая? Засать. Че лунка такая огромная? What the fuck? Сосать. Дабл сосать. Не, на самом деле, мне кажется, что... Ну почему? Что гольф — это такая игра, в которой надо говорить на отвлеченные темы, обсуждать женщин, электромобили. Замечательно. Все вот это вот. Вот это. Да, замечательно. Кстати, карта прикольная очень, как по мне. Знаешь, вот записываем это все дело на Рождество, а значит, что в целом, ну почти. Почти рождественская карта. Почти, да? Рождественская карта, да. Ну, вообще выглядит прикольно, как по мне. Окей. Так, я понял, я должен... Ну, такое, ты, конечно, интересно очень. Ну-ка, там по центру надо проехать, короче, чтобы попасть в дырочку. Я сейчас попробую это сделать. Это практически unreal. Ну, я сейчас прицелюсь. Я сейчас, блин, как прицелюсь. Оп! А у меня получилось? А, сука, нет! Фак. И вниз я отправляюсь. Так. Подожди, здесь надо очень по-умному все поступать. Думаешь? Вот, здорово. Ты тоже красный мяч? Блин, сделал бы мяч себе другого цвета, мать твою. Ну, у тебя красный мяч с кепкой? С кепкой? Ну да. Я же тебя спрашивал, как тебе моя полицейская шляпа? Так пока ты там качал игру, я поиграл 5 минут. Вот. Как ты мог вообще? Поинтов. Ты просто тебе нравится? Перевел баланс на свою сторону. Я тебя сейчас шлепну стрелочкой. А, куда ты уехал? Я тебя догоню. Стоять, полиция! Какая полиция? Всем стоять. Мемполис. Мемполис, yes. Так, окей. Блин, что-то долго какая-то карта. Вот сейчас будет сложно. Сейчас главное не облажать. А сколько у тебя выстрелов? Там вот синенькая в левом нижнем. Сколько? Ты просто решил мне не отвечать, да? Ну не, я вроде как ответил, но походу наш способ коммуникации меня игнорирует. Да, бывает такое. Ну и сколько? Я не знаю просто, сколько сил в это вложить. Так, подожди. Изи. Изи. Не почувствовал. Кстати, извините за ту скрещку, которая была в середине. Блин, там просто FPS что-то просел. Не знаю, что происходит вообще. Блин, что-то у нас вот красненькое это все. Это не должно быть так же, да? Ну, а мы можем поменять вид мяча во время игры? Не знаю. Нет, я имею в виду в таблице, в счете. То есть, если на тап нажать, ты посмотришь и увидишь как бы наш счет. Типа, красненькое — это плохо. Вот на этой лунке, например, типа, надо за 3 выстрела все это сделать. Типа, понял. Блять. Мы же профессионалы. Ну, конечно. Блин, я на трубу какую-то упал, вообще что происходит, я не знаю. У меня уже 3 выстрела. Я просто на стартовой точке. Блин, я пытаюсь что-то какую-то стратегию замутить, но как-то не очень получается, как по мне. Я в какую-то трубу уже провалился, так куда-то поехал. Блин, я съехал, по-моему. Это, по-моему, не часть карты, ни хрена. Ну ладно, давай попробуем. Воу. Меня засосало в какой-то шоколадную трубу. Меня тоже засасывает в какой-то шоколадный глаз. За шесть. Меня просто сразу в трубу, в луночку отнесло. Тебя, походу, тоже, да? Я не понимаю, что происходит вообще. Так, 26-26. Мы с тобой вообще ноздря в ноздрю идем, что странно. Вообще прям... Блин, Я слежу за тобой, чувак. Это я слежу за тобой, я твой черный властелин, ведь у меня же кепочка. Так, подожди, сейчас. Я представил себя мультимиллиардером. Давай, я не знаю, блин, в какую из дырок надо. В центральную? Нет, она типа как крестик. Она крестиком обозначена, значит, туда не надо. А, я все равно в центральную попал, фак.
Я тоже. Надо почувствовать себя мультимиллиардером, на самом деле. И, ну, представь, что ты Дональд Трамп. Тогда я не буду представлять себя мультимиллиардером, я буду представлять себя президентом! Фак. Фак. Окей. Опускается? Давай, опускайся. Я сделал это. Что? Что? Игра? Нет. Фак. Опускайся. Блин, я опять с такой же силой это сделал. Да, я ничему не учусь. Вообще ничему не учусь. Окей, так. Как ее объехать? Тише. Оп. Блин. А, не вниз, спасибо. Бэнк. О, так. Сколько у тебя выстрелов, мне интересно? Я опять это сделал, блин, я не умею рассчитывать силу. Нормально. Так, окей, кажется норм. Оп. Уф. Хорошо, это было, хорошо. Давай, сейчас посмотрим, сколько там у тебя. Так, давай. 11, блин, я отстаю на 3, я теперь на 3, блин, выстрел отстаю. Надо догонять, я чувствую. Но да, что-то, блин, да. Что-то такое. Шоколадная яма. Шоколадная яма. Мне уже это не нравится. Ну да ладно. Бэнк. Блин. Я думал, меня откинет от этой нормально. Вот. Я так же думал. Ты не учишься, что ли, на моих ошибках совсем, да? Я даже послабее попробовал. Что-то как-то... Ну-ка, я тоже послабее попробовал. Блин, зараза. Окей, так. Значит, слабенько. Да аккуратно, стой, нет! Так, мы очень плохие в этой игре, на самом деле. Мы очень-очень отвратительно просто. Да почему ты так... Фак. Это невозможно, я чувствую. Так, все. Так, не-не-не, ну ты подожди, ты соберись, мы же профессиональные гольфисты. Да, между прочим, да. О, я на той стороне, Блин, вот эта шоколадная яма, она просто нас окунала в себя несколько раз, и мне это не понравилось, честно говоря. Вот сложно судить по силе, которую ты должен вкладывать свой... Так, это мой последний выстрел, да? А больше выстрелов не могу делать. Фак! Мне 15, короче. Нет. Даже не думай. А, ты все. Все, да? А, нет. Фак. Сколько у тебя? Блин, 14. Какого Я не понимаю. Я не понимаю. Фак. Мне игра спросила, типа, ты знаешь, что как бы цель игры не набрать максимальное количество очков? В правом нижнем углу, когда тебе счет дают. Сука. Обидно, между прочим. Так, куда поехать? Куда податься? Я бы тоже обиделся, да. Я сомневаюсь, что это было лучше. Что происходит? А, все, я, кажется, понял. Воу. Я как бы... Пожалуйста. Пожалуйста. За один выстрел, пожалуйста. Нет. Ну, блин, ладно, окей. Зато я хотя бы близко. Чего? Ладно, ты так же облажался, как и я, так что никаких проблем с этим я не вижу. Окей. Так. Бэнк. Тише. Все, хорошо. И вот отсюда я могу. Блин, обидно. Надо подумать. Подожди. Не думай. Я просто ломаю. Нет, не за 7, не за. Да какого хера ты? Че за трикшоты? Я не понял. Ты че, блин, фейс собрался? Бэнк. Я просто собрался тебя победить, братан. Возвращайся в Call of Duty, блин. Задолбал. Делай свои хайлайты там, вот эти трикшоты, все 360 ноускопы, молодежи. Вот это все. Туда. Да, шоколадная рулетка. Мне это тоже не нравится. Знаешь, это все звучит как, блин, категория на Порнхабе. Фак. Эй, я вернулся же на карту. Ну, блин, игра, что ты? Так, ладно, я выберу другой путь. Ты, блин, лазь в свои лунки, а я вернусь, пожалуй, на пас обратно. Сука. Так, пожалуйста, не вылетай. Хорошо. Я начинаю понимать эту игру, что ли? Окей. Да нет, тебе кажется. Может быть и нет, а может быть и да, а может быть и да. О, что творишь? Демон, что творишь? Все, за шесть сделано. Просто сделано. Я тебя догнал. Почти. Чуть-чуть осталось, на самом деле. Блин, ну близко прям... игра. Я прям что-то даже на попе ровно сидеть не могу. Ощущаю вот прям... Ощущаю, да, что-то входит, да. Не, вообще, я говорю, надо просто расслабиться. Представить? Давай. Я даже, знаешь, я откинусь. Теплый день.
Давай. Теплый день. Теплый день в Шанхае. Это знаешь, чем напоминает карта вообще? Это Вилли Вонка. Помнишь такого чувака? Фильм был классный. Да, помню. Это фильм... Чарли и шоколадная фабрика, да-да-да. Чарли и шоколадная фабрика, да. Вообще найс. Классный был фильм, на самом деле. Ну, такой добрый, простой фильм. Про то, что не надо быть злым, надо быть добрым, злиться. За две, Вась. За два удара. Все, я по-любому догнал. Игл мне дало. Я орел. Жив, цел, орел. Я лучший, просто лучший в этой игре. Так, ну-ка, стоп, я сейчас... Просто, ты в дальнюю дырочку попал из трех, я в центральную. Если в первую попасть, кстати, за один всё, выстрел выиграешь. Я хочу побеждать так-то. Я, конечно, представляю себя на пляже и все такое, но... Зря ты расслабился. У тебя 12, у меня 2, Вась. Я сомневаюсь, что ты догонишь меня. Хотя хер его знает, я вообще карту вижу первый раз. Ничего, ничего, там еще сейчас будет... Сколько там еще лунок осталось? 11, полагаю. Так, а вот так вот можно? 10. Или 9. Короче, 9 лунок осталось. 15-2! Нормально, тут же важно больше всего очков набрать, правильно, да? Ну, конечно, конечно. Игра тебе об этом напоминает рикошет. Рикошет, это интересно. Наверное. Почему там рулоны туалетной бумаги лежат на земле? Ты не знаешь, вот справа от нас? Что происходит? Ладно. Окей. Я хочу в центральную или в левую? В левую хочу. Там типа лунка уже рядом. Фак. Блин. Ну что, рискую? Я буду рисковать. Или не. Блин, я не могу рассчитать силу удара. Черт. Так, ладно. Но у меня есть хотя бы пространство. Потому как у тебя, блин, хреново туча ударов, когда у меня всего ничего. Блин, на это, наверное, больно смотреть, я полагаю. А, фак. А если я вот так сделаю? Оп! Нет, так. Это так не... Так, что, куда? 4. Нет. Давай, братан. Нет, меня куда-то везут. Помогите, я вообще-то в полиции работаю. Алло, сука. Так, окей. Ну давай, покажи класс. Давай. Ой, там прыгать не получилось. Заткнись. Давай еще разок. Заткнись. Так, так. О. Уже успех. О. О. Хорошо. Смотри. Трикшоты. Бэнк. Ну, фиолетовенькую. Ну ладно, ты чуть-чуть, немножечко меня догнал. Это не считается, я считаю. Только что это, походу, конец. Не, еще 9 лунок впереди. Ну, тогда все в порядке. Ну, типа, да, мы все играем. Вот. Вверх и под. Над и под, я полагаю. Оп. О, что сделал? Не добрался. Но, блин, туда, мне кажется, надо прям. И хопа. Вот так. Да. Пожалуйста. За один выстрел. Ну, вернее, за два, получается, уже. Да, кстати, вот эта дорожка, она тебя приводит куда надо. Два выстрела, Вась. Изи. Я могу посмотреть, как ты там играешь? Так не бывает, Васян. Это бредятина. Ну, не знаю. Мне кажется, так очень даже бывает. У тебя, кстати, тоже два выстрела. Да? Нет. А, нет, три. Нет, три. Отрываешь понемножечко. Что-то, блин. Так, все, давай придумаем какую-нибудь отвлеченную тему, на которую мы можем с тобой общаться. Отечественный кинематограф. Не разбираюсь в нем, потому как не смотрю. По, соответственно, религиозным убеждениям. А, все, понимаю. Воу! Куда-то меня прям отвезло, прям. Чувак. За один, да. Изи. Мне просто повезло, Я на рандом выстрелил, там эта штука выдвинулась, и меня... Супер. Да, зашибись. Да не гори, перестань. Отлично. Я просто гений в этой игре. Ничего не могу поделать с собой. Воу! Что творишь? Демон. Больно. Вот видишь, даже отвлеченная тема не помогает. Которой не было. Я просто подумал, на самом деле, о... Читару. Я подумал о вкусной еде, прекрасном загородном доме, 99. Огороде, грядках, кроликах, бегающих вокруг меня, собаке, которая принесла мне мои тапочки. Зашибись, на самом деле. Воу, что за карта? Похоже на осьминога с тентаклями.
тентакли. Ха-ха-ха. О! И, блин, мне надо было, наверное, в центр как-нибудь попасть. Кстати, эта хрень двигается, тебе надо как-нибудь подрасчитать. О, я в центр попал, кстати. Блин, мне просто везет в этой игре. Мне просто везет в этой игре. А вот мне почему-то нет. Как себя чувствуешь? Отвратительно. То есть опущенным. Не знаю, меня просто игра любит. Я вообще не в центр ехал, но меня от стеночки прям вот так нормально откинуло. Я такой, бам. Знаешь, после таких вещей, единственное, что мне хочется поиграть, так это в симулятор дальнобойщика. Но у меня есть Евротрак-симулятор, если еще зови, когда будет больно. Да. Вот сейчас, например. Да. Ваша собака кусается? Нет, она делает больно иначе. Та же тема. Ну... от стеночки попробуй, от стеночки. Слышишь меня? Слева направо. Ну, не совсем-то. Надо было пораньше. Где-то вот в угол самый темный. Эй, ну тоже работает, наверное. Окей. Бэнк, бэнк. Бэнк, бэнк. О, не, ну это без вариантов. Проигрываю. Сколько там у тебя? 10. Вась, что-то разница чувствуется? Давай я проиграю, что ли? Чтобы сделать это интереснее. Не надо мне поддаваться. Мне поддаться? Я не понял. Я всего добьюсь сам. Не, я просто считаю, что я невероятно профессионал в этой игре. Прям... лучший из лучших. Тайгер Вудс позавидовал бы моему скиллу и поучился бы. Я Валуев вообще в этой. Ты Валуев? Все, понял тебя. Понял. Я вообще, знаешь что, я не буду играть, пожалуй. О, блин, надо было в среднюю попадать, меня отвезло сюда. Пожалуйста, зацепи меня, не хочу в шоколадное очко. Фак. Блин, короче, я чувствую, что мы в дерьме с этой позиции. Здесь исключительно... Знаешь что, я буду рисковать. Я буду делать какую-нибудь невообразимую херню, чтобы... А я тут возможно, нормально мне, так мне катался. Повезло. Да? Ты в центральную, что ли, попал? Мать твою, каким образом? Я не знаю. Фак. Окей. Окей. Так, оп. И куда мне это отвезет вообще? Фак, такие, блин, сложные карты. Я не понимаю вообще, что происходит здесь. О, здорово. Что с игрой только что было? Неважно, пропустим этот момент. Так. Оп. И. Что? Это так не работает, я считаю. Бэнк! Так. Батя в здании. Нет. Здорово. И знаешь что, я буду трикшотиками все это дело делать. Бэм. Чтоб тебе не так обидно было. Пау. Нормально. Че, у тебя меньше что ли? Фак. Догоняешь, всего-всего сколько? 20? 23? Я же говорю, я профессиональный. Профессиональный. Ну, конечно, как по-другому. Луп-ди-луп. Я обучался у лучших. Ух ты ж, блин, а ты что такое за фатал? Луп-ди-луп. Кстати, я фатал учил. Еп. Куда я попал? Че? Меня откинуло куда-то. Я прямо у лунки. А тебя выкинуло, что ли, за карту? Или где ты? Я не знаю, я тут круги наворачиваю. А, понял тебя. Короче, за два выстрела сделано. Изи. Я летел точно так же, но меня отбросило. Я не знаю, почему тебя выкинуло. Ну, блин, меня об эту же штуку ударило. Типа, я не должен был сделать полный круг. Вернее, должен был, но, видимо, она так там стоит. Что? Что? Блин, я себя слышу. Что? Это бред, это просто конченый бред. Хочешь рематч? Или что? Я хочу закончить до конца и купить себе стринги. Водки. О, нет, опять шоколадная яма. Фак. Так. И она решила нам отомстить. Куда мы хотим вообще поехать? Направо нельзя, по прямой? Окей. Сейчас. Оп. И я вроде как все сделал правильно, я надеюсь. А, да, ясно, понял, да. Че тебя в шоколадку отправил? Так, что теперь? Куда дальше? А, вижу лунку, ок. Бау! Нет, я просто два удара сделал в никуда просто. Никуда. А я за три карты закончил. Птица. Берди.
Я тебя ненавижу. Не надо меня ненавидеть, не надо. Меня, я тебя люблю. Меня не за что ненавидеть. Я слишком хорош. Что? В этой игре. Я опять... Что? Че? Ты вернулся назад? Нельзя, по-моему, в шоколадное очко попадать. Короче, знаешь, что я сделал? Когда она проходит сразу за дорожкой, прям сразу. Не так. Тебе, короче, надо вот попасть вот туда налево. Видишь, слева от тебя дорожка есть? Вот. И, короче, смотри, когда она проходит вот здесь, сразу начинаешь стрелять со спавна. Такая тема. Понял? Я думаю, что это так сработало у меня, по крайней мере. Вот сейчас стреляй, давай. Хорош. Я думаю, что должно у тебя все получиться, да. Найс. Хорош. Сколько там выстрелов уже? Ох уж эти ребусы сложные, я не знаю. Бэнк. Мне еще здесь повезло, я наверх сумел забраться. Не так сильно только, главное. Не знаю, почему я даю советы в этой игре. Сука. Но в любом случае, я хотя бы прошел эту карту. Воу. Оп. Я не знаю, как я сделал это за 3. Это поразительно. Просто ты перед игрой помолился богу гольфа. Богу гольфа? Тайгер Уотсу или Валуеву? Кто там был? Он пошел там все морды набил, когда разрулил. И все, изи. Изи! Мы так и не говорим на отвлеченную тему. Я вообще планировал, что мы говорим. Ну, типа трилунки осталось, можно и забить по автомобилях. Вообще, вот сейчас открой свой холодильник, возьми самый высокоградусный напиток, который у тебя там есть, выпей прямо из горла, и давай через 10 минут мы с тобой начнем обсуждать те самые сокровенные сокровения. Ну, то есть сок, да, я так понимаю? Да, я именно от соки. Все, понял тебя. Потому что кроме сока я ничего не пью. А, извините. Ты прохнулся. Блин, ты чё пацан? Нет, в смысле? Сука. Ничего, я успел лишних набить, нормально. Фак. Чёрт. Так, ладно, окей. Комбеком все равно не пахнет, так. Ну типа, да, там даже. О, наезд. Так, аккуратненько. Вот отсюда. О, как же гольф удовлетворяет все мои потребности. Мне даже трогать себя не надо. Вот. Вот я вообще хотел поговорить на отвлеченные темы, а мы стоим и играем в гольф. Я сижу, не знаю, как ты, но я сижу. What the fuck? Что с этой картой вообще не так? А я стою. Бэнк. Что произошло вообще? Уп. Угу. Ты, видимо, со мной будешь, да? Понятно. Пау. Окей. И чё, куда дальше? Куда дальше-то? Непонятно. А, наверх, всё, понял. Понятно, да. Пау. Изи. Чё, ты тоже, походу, за 3, да? Ну да. Видимо, так и есть. О! Но она повернута, если что, она сосет нехило. Так что ты чувствуешь всю силу. Да, я чувствую вообще все. Не отрывая от ботвы, достаете флажок из лунки и, соответственно, сладкие зубы. В последнее время тебя слишком часто как-то тянет на доктора Попова. Доктор Попов это начал вообще, между прочим... Начал практиковать медицину его? Конечно. Гений, а не человек. Я думаю, что таких умов человек не хватает нам. Человек-гений. Да. Окей. Так он человек или все-таки гений? Человек. Человек-гений. Через дефис пишется, ну, соображай. Я куда-то еду, блин. Что происходит вообще? А можно мне в гольф поиграть? Ну, я не знаю, я все еще качусь. По-моему, мы через всю карту проезжаем. Я вижу предыдущие лунки наши. Прикольно, на самом деле, прикольно. Но не так круто. А что именно прикольное? Прошу. Прикольно, как карта нарисована. Мне правда нравится. Ничего не могу сказать. А, ну да, карта нарисована. Оп. Очень даже впечатляет. Огонечек, кстати, идет за мной, как только я проезжаю по бусту. Прикольно. Блин, шоколадный фонтан, я помню, в 4 классе, что ли, когда нас переводили в среднюю школу, короче, какой-то чувак или девушка, я не помню уже,
со своими родителями, мы устроили там нехилую вечеринку, у нас был шоколадный фонтан. И просто лунка, понимаешь, вот это вот все было ради того, чтобы я доехал до лунки. Так, подожди, подожди. Ты переходил из 4 класса, и у вас была вечерина с шоколадным фонтаном. Ну, типа, да, в честь того, что мы переводимся в среднюю школу. Такая тема, братан. Там прям нехилая вечеринка была. У нас был диск-шар, если че. Вообще ты, круто. Ты, я не понимаю, ты еще мажор? Нет, я не мажор. Ты, подожди, я уже четвертую неделю подряд давлюсь дошираками. Я правильно понимаю? А я вот в 5 класс перевожусь каждую неделю. На шоколадных фонтанах, собственно, и живу. А ты неплох. Ну, а ты думал, я ты думал. Я все еще на школьника похож. Неважно, друзья, давайте забудем о том, что я сейчас говорил. И спасибо большое за то, что смотрели это видео. Пластику отдельное спасибо. Если хотите больше, обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал, если вдруг еще не подписаны. И посмотрите ролик, который будет в конце. Увидимся. Пока-пока.